Да ладно. Так, ребята, надо поднажать свою жопу и закрыть мне 12 тысяч. Я, конечно, ни на что не намекаю. Я уже кричу об этом. Поджать свои булки и закрыть Лизе план, то Лиза будет без зарплаты, а Лизе за кредит платить, за квартиру платить. Пиздец, блядь. А, кстати, посмотрела я у меня за рубежа сколько? 6 тысяч, это еще мне 3 тысячи можно, и все. Все остальное надо купи слона мне, Лиза. Все остальное за СНГ. Ты же богатый. Ну, вино пополнись, закинем с Лизой. И все, мы будем отдыхать на чиле, на расслабоне. Леша, я вообще тебя не трогаю. Ты мне и так, блин, сколько из того, что у меня закрыто, четвертую часть закрыл, блин, считай. Так что я тебя вообще не трогаю. Начинается ералаш. И в кредиты загнали. Но у меня тоже кредит. Айфон плачу свой. Посчиталось, я буду ложить столько, сколько я ложу, то к концу лета я его как раз закрою. Надеюсь. В августе. Ё-моё. Ладно, все, мне осталось 10 тысяч. Я два. Ну, круто, Вано. Ну, так, Вано, давай мне кредит на iPhone закроем. У меня будут лишние деньги. Привет. То что я как лох плачу в кредит. Надо было вино попросить на карточку скинул. Я платежом купила одним. Да и все. Ну так а что? Там всего, ну, сотка России. Не, даже меньше. 1890, наверное. Смотря какой курс. 85 вроде бы. Привет, Анечка. Ой, что-то я так хорошо покушала, спать охота. Как дела, Анечка? Не убежала она там еще? Убежала. Убежала, Анечка. Ой, блядь.
Беременная женщина его заблокировала. Блядь, что за хуйню ты несешь? Иди ты нахуй отсюда. У них ничего себе вано. А ты оплатишь? Не, я летом еду в Минск, ребята, на недельку где-то. Правда, я еще деньги не собрала, но я уже еду. Надо, да, мне надо деньги на Минск еще собирать. Господи, я уже устала от этого всего, от этой жизни. А, вино. Какой кукурузный квас я могу сама себе позволить? Хоть сейчас.